Рыбина, улица Козлова. Автошкола «Сигнал» приглашает на обучение водителей категории «Б». Адрес: улица Кульман 2, станция метро, площади Кубоколоса. Автор: осторожно, двери зачиняются. На ступню Рыбина, площадь Пероморска. В центре «Зеркала» работает более 200 современных магазинов с богатейшим перечнем товаров для детей и взрослых. Косметики, ювелирных изделий, аксессуаров, товаров для дома и быта. Это магазины стильной обуви и одежды, всегда идущие в ногу с модой. Мы находимся в улице Веры Хорошей, 6Б. Редакция «Вечерний Минск» и многих других газет. Часописов, журналы. Когда-то я сюда захожу, отдавал свои фотографии. Рыбы. Там магазин «Рыба», «Океан» тоже популярен в советское время. Единственный, где можно было рыбу купить. Все дремлют. Там вот кинотеатр «Мир». Еще в советское время был стереофильмы шли. Один раз ходил на стереофильм, так ничего и не понял. Больше не ходил. Захарова. Там мой дядя живет. Учреждение здравоохранения 12-я городская поликлиника предлагает широкий спектр платных медицинских услуг. Консультации врачей-специалистов, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования, маммография, гинекология, физиотерапия, массаж и многое другое. Ждем вас по адресу Минск, улица Шестова, 61, телефон 201-41-43. Что, очень хочешь, очень бывший губернаторский сад. Осторожно, двери затеняются. На ступню Рыбина, улица Янки Купала. Колесо Амура, самое большое в стране. Вступайте в лифты, специально обозначенные для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста, тяжарным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Рыбина, улица Янки Купала.
Осторожно. Двери затеняются. На ступке трибуна. Станция метро. Уважаемые пассажиры, загодя до початку поездки набывайте билеты и оплачивайте проезд, не шакаючи наступного прибынку. Салон светильников и предметов интерьера «Фламинго» дарит вам эту возможность встретить улицу Сурганова 54 от доступной роскоши до элитной простоты. Здесь выходить? Очень хорошо. 8-24-81. МТС 8-024-41-18. Станция метро Электрическая. Борис культуры профсоюзов. Октябрьская площадь. Какие красотки, а? Так, перейдем на ту сторону. Заснять.
метро попасть. Станция Октябрьская. И на ту сторону улицу перейти. Прямо к дому офицера. Скверик, я не помню, как называется. Там театр вроде бы какой-то. Это не помню. Торговый центр Купаловский. Вот ни разу здесь не был. Еще некогда зайти. Перешли на вторую сторону. Офицеров. А, там танк, чуть правее. Резиденция президента. Ну, это Октябрьская.